Аллах Азза Ваджаль в суре Муддассир говорит: «Вараббака факаббир, вараббака факаббир». Вав здесь выступает как заглавная буква в русском языке. Когда вы начинаете новое предложение, вы начинаете с заглавной буквы. В арабском языке буква вав имеет более 21 значения. Одно из них – начать новое предложение. Здесь вав можно рассматривать как индикатор начала предложения. Дальше читается «Раббака факаббир». Какая буква идет в самом начале аята, когда я говорю «Раббака»? Какую букву арабского алфавита вы слышите в начале? Это буква «Ро». «Раббака». А теперь слушайте последнюю букву. «Раббака факаббир». Какую букву вы слышали в самом конце? «Ро». А теперь послушайте вторую букву. «Раббака». Какая вторая буква? «Раббака ба». Послушайте предпоследнюю букву. «Раббака факаббир». Какая предпоследняя буква? «Ба». «Раббака». Какая третья буква? «Каф». «Раббака факаббир». Какая третья от конца буква? Как видим, последовательность букв в обоих направлениях одинакова. В русской литературе мы называем это палиндромом. Слова, одинаково читающиеся в обоих направлениях, например, как «боб» или «ротатор». Аллах Азза ва Джаль дал нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, слова, которые он не записывал. «Вала тахуттуху бияминик». Аллах говорит, ты не переписывал его своей рукой, ты не знаешь, как писать. Так что это целиком устное действие для посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах ниспослал аят, и этим все сказано. Тут нет отговорок. Именно таким образом Аллах предписывает ему читать. Для человека невозможно точно перевести. Простой перевод аята звучит так: «И Господа своего возвеличивай». Это буквальный перевод «Раббака факаббир». Попробуйте сказать «И Господа своего возвеличивай» на английском, французском, немецком, японском, китайском, итальянском, русском, урду, персидском или любом другом языке. Скажите так, чтобы оно звучало одинаково, когда читаете в обоих направлениях, и скажите это при первой попытке и устно. Не записывайте, не смотрите в словарь. Как такое возможно? Субханаллах. Я могу перевести аят, но могу ли я перевести чудо на русский язык? Если я скажу «И Господа своего возвеличивай», вы поймете, о чем идет речь, но не будет чуда. Чудо Корана в арабском языке. И это только маленький пример. В Коране каждый аят имеет свое чудо.